Здравия желаю, уважаемые посетители и подписчики. Итак, БТГ-2 прошло испытание два дня, двое суток с чем-то. Как по-прежнему видите, лампочка горит. Хорошо видно. Вот две батарейки. Значит, меняем. Сначала на этой, это просядет на эту. Через 5 часов меняю, потому что лампочка слабая на 7 ватт. Вот. То есть система работает. Если будет меньше 7 вольт, гореть не будет. Горит уже более 2 суток. Значит, эти батарейки дохлые, поэтому слабая. Когда будут батарейки посильнее, значит, сделаем помощнее лампочки, можно и будет подключить и отопление, и все, что хочешь. То есть двухъядерная система, которую показывал 13-го, прошла испытание двое суток, с чем-то успешно. И будет еще, если кто-то не верит, еще будем неделю. Через неделю еще покажу. Если опять будут не верить, через месяц еще покажу. А сейчас, кто не видел ролик от 13-го, кто не видел, сейчас я вам, значит, покажу схему этой батарейки. Так. Вот она схема. Значит, батарейка 1. Первое ядро. Батарейка 2, второе ядро. Это минус от первой. Минус от второй. Минуса соединяем обязательно вместе. Минус идет сразу на лампочку. Сюда вот. На лампочку. А плюсы через реле. Если это реле включено, то это отключено. Здесь закрыто, здесь открыто, здесь закрыто. То есть наоборот. Таким образом меняем. Когда первая просядет, переключаем на вторую автоматически. Сейчас пока вручную, сейчас нет необходимости. Когда будет мощная батарея, потому что сейчас менять надо там в 3-5 часов. Вот. Таким образом идет восстановление батареи. Опять-таки, если нагрузка будет сильная, когда новая, то может быть, то время, возможно, будет в секундах. 5, там 10 секунд переключения, 5-10 секунд переключения. Такая схема. Иначе она, если она просядет сильно, там уже не восстановится. То есть надо брать с верхушек только, пока не просела. Верхушку надо брать. В этом-то и смысл схемы. То есть схема такая работает, можете применять. Я сейчас ожидаю батареи, когда приду, значит, подсоединим их, попробуем подсоединить на мощную, на галогенку через батареи, которые придут. Поставим реле и все пробуем. Большое спасибо за внимание, желаю вам крепкого здоровья, успехов в труде и обороне.